В Ишиме также малые водоемы вышли из своих берегов. Река Мергенька за несколько утренних часов поднялась на полметра и затопила 22 дома в районе Дымковки. В настоящий момент идет отсыпка дамбы. Организовано круглосуточное дежурство сотрудников МЧС, полиции и медиков. Введен режим ограничения на въезд. Людям предложено временное жилье из маневренного фонда. Пока предложением воспользовалась только одна семья. Вода продолжает прибывать. Сегодняшняя задача – максимально исключить риски, связанные с гибелью людей, не дай бог, и максимально оказать им помощь по проживанию. Места проживания определены, готовность такая имеется, поэтому будем работать.